С 1 января в Молдове разрешили ввоз поддержанных автомобилей старше 10 лет. Правда, акцизы на них существенно повысились. Именно поэтому эксперты полагают, что такое решение властей не принесет желаемого результата. А вот экологи в один голос заявляют, отмена ограничений на ввоз поддержанных машин может сыграть злую шутку и обернется настоящей экологической катастрофой. По мнению экспертов, в сравнении с европейскими странами, в Молдове самый старый автопарк. Около 75% всех машин в стране старше 7 лет. И больше всего железных коней на столичных дорогах – около 300 тысяч. А это не может загруженности трафика. Большинство водителей, с которыми нам удалось пообщаться, заявили, что в курсе о решении властей. Правда, новость о том, что поддержанные автомобили старше 10 лет отныне можно привозить из-за рубежа, похоже, что не сильно их обрадовала. Малолитражные 2011 года около 1000 евро растаможка. Это дизель. На бензине больше полутора литра, уже больше 2000 евро. В Европе может позволить себе и поновее машину, и не ездить на этой ржавчине. А здесь нет, потому что увеличивают сборы. В Европе нечего с этими машинами делать, потому что они вынуждены их вывозить и сдавать на металлолом. Поэтому они к нам привозят, и люди пользуются. Автомобильные эксперты считают, что отмена ограничений на ввоз подержанных машин не имеет смысла, поскольку правительство повысило акцизы на импорт авто старше 10 лет. Они объявили, что разрешат импорт автомобилей старше 10 лет, а потом обнародовали и тарифы для этих двигателей. Это довольно дорого. Заявили в преддверии выборов, но ни слова не сказали о тарифах. Для мотора объемом 2 литра на бензине может быть все 4000 евро. С другой стороны, экологи бьют тревогу. По словам специалистов, решение властей необходимо отменить в кратчайшие сроки, иначе дело может обернуться экологической катастрофой. Все старье из Европы и даже из соседних стран попадет к нам. Мы превратимся в кладбище машин. Нет ни одного дня, чтобы в Кишиневе не были завышены нормы содержания вредных веществ. Мы все время подвержены риску из-за высокого содержания токсичных газов. Отмена ограничения на ввоз автомобилей старше 10 лет предусмотрена в проекте налогово-бюджетной политики, которая была утверждена в окончательном чтении в середине декабря прошлого года. Мы попытались получить комментарий Министерства финансов на этот счет, однако на наши многочисленные звонки и сообщения в Минфине никто не ответил.